Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и сегодня мы играем в игру под названием «Храбрые коротышки». Это интересная игра, смотрите, король сидел, ему пришла посылка, письмо. А в письме говорилось, что королеву похитили, или это его дочь, это принцесса, ее похитили. Что же делать, король? Давайте, мои рыцари, заберите мою королеву назад в замок. Вот вам денежка на первое время, а там дальше сами смотрите. Так, ну что ж, первую серию мы открываем. Идем, смотрим, что же там интересного. Так, атакуем. Так, и здесь нам предлагают поставить наших рыцарей, чтобы они атаковали. Так, у нас есть еще один вот этот рыцарь. Ставим его сюда и нажимаем кнопочку «Атак». Так, рыцари идут. И наши рыцари атакуют. Так, есть. Главное, сундук. Сундук мы сами захватили, разбили, деньги получили и выиграли. Так, хорошо. Дальше идем. Второй уровень. Нажимаем кнопочку «Атак». Так. Здесь нам еще есть один лучник. Мы его сюда поставим наверх. И идем. Так, убили всех наших, да? Так, давай. Во, нам главное заполучить сундуки. Нам нужны деньги. А зачем нам нужны деньги? Для того, чтобы делать улучшения для наших воинов. Так, смотрите, уже есть улучшение. Давайте посмотрим. Так, мы можем прокачать и лучника, и рыцаря. Так, давайте прокачаем обоих. У нас добавилась жизнь. Сердечко, и добавилась мощность удара. И тут еще прокачивается скорость атаки. Так, хорошо. Так, давайте попробуем, как сейчас. Сейчас можем мы завоевать или нет? Победить. Так, о, смотрите, сразу убили одного, второго. О, забираем сундук с деньгами. Так, этих убиваем. Вот, замечательно, смотри, да мы даже этот уровень даже пройдем. Есть, получили деньги. Замечательно, прошли уровень. Так, и теперь на третьем уровне начинаем. Так, а здесь нам предлагают, значит, поставить нашего, дядечку какого-то. У него какой-то меч странный. Вот, его нужно оставить посерединке. Вот так вот нужно нам поставить, хорошо. Так, а где он? Вот здесь, значит, да? Сюда его, значит, ставим. Да, отлично. А, ну смотрите, мы сейчас можем прокачать его. Так. Все прокачали. И идем дальше. Так, ну что ж, посмотрим, как он. О, смотри, видишь, справляется. В принципе, может быть, надо его ставить на вот этого дядечку. Да, давайте в следующий раз так и сделаем. Мы его туда поставим. Точно, так и надо сделать. Так, мы получили немножко денег. Так, сейчас сундук, может быть, этот откроем. Ну, нашего лучника убьют 100%. Да, так и получилось. Убили его. Так. Сейчас мы этого поставим вот сюда. И попробуем еще вот так вот. Еще разочек. Посмотрим, дотянется, нет? У нас воин. А, да, смотри, дотягивается, это хорошо. Вот, замечательно, он дотягивается. Ну, в принципе, смотри, как мы много убили. Вот, смотри, сейчас. А, ну все, смотри. Может быть, даже мы пройдем этот уровень, интересно. Да, мы этот уровень, скорее всего, пройдем. Да, прошли. И получили денежек. Хорошо. Так, проходим в четвертый, значит, уровень, ага. Сейчас посмотрим, что здесь. Так, ну, в принципе, сейчас все это оставляем. Ну, смотри, у нас еще появился один лучник. Мы его поставим сюда наверх. И кого-нибудь прокачаем. Ну, давайте этого прокачаем. Этих почему-то нам не дают прокачивать. Так, а здесь показывают, как их ставить надо. Да-да-да. Так, а это что за монах? Что он делает? А, монах защищает, смотри, у него и защита идет по кругу. Так, а у этого что? Так, этого нужно сюда оставить. Так, а волшебника? А, волшебник дает заморозку, смотри. Прикольно. Маг. Так, а стрелка? Стрелка нужно вот так ставить. Все понятно. Угу. Так, в принципе, мы сейчас всех поставили правильно. Сейчас попробуем. Рыцарь у нас всегда идет впереди. Под атаку. Так.
Вот, смотри, замечательно, замечательно. Мы получили много, в принципе, денег. Так, сейчас победим этого злодея. Вот, все, мы победили. Смотри, у нас какие-то два чувака подошло. Они к нам добавятся, что ли? Сейчас посмотрим. Пятый уровень. Да, точно, два чувака к нам пришли. Так, показывают, как их расставлять. Так, это вот так расставлять. Все понятно. Сейчас попробуем. Так, вот сюда мы поставим. Так, лучника этого можно сюда сверху. И у нас вот этот еще, да, чувак есть. Его, в принципе, можно вот сюда поставить. А стрелка, стрелка. А мы его сюда поставим. Вот, а этого сюда наверх. Так, ну, естественно, прокачаем кого-нибудь. Давайте прокачаем вот этого рыцаря нашего. Все, хорошо. В атаку. Так, сейчас посмотрим, как у нас получится. Вот, видишь, этот стреляет. Но у нас еще вот злодей с рогатки стреляет, гад, а, нашего. Да убей его. Давай. Есть, хорошо. Возможно, даже мы этот уровень не пройдем. Ну, в принципе, мы правильно всех расставили. Так. Есть. Во, смотри, у нас еще рыцарь подошел и маг. Круто. И нам еще король дал, типа, денег 700. 700 золотых монет. Так, следующая атака. Так, это у нас уже шестая. О, вот, замораживатель появился. Да, дядька. Так, а как мы... Мы, получается, этого сейчас, в принципе, куда его, этого поставим? Давай мы его сюда поставим. Так, атакующего. А ну мы сейчас посмотрим вот информацию по колдуну. Ну просто колдун, он замораживает, его можно куда-нибудь поставить. Не так важно. Так, прокачаем давайте вот этого наших стрелков. Их много. Так что мы их сейчас прокачаем. Так, этого можно сюда повыше поставить. Так, а этого сюда. А мага пусть вот здесь внизу идет. Так, ну что ж, атакуем. Так, сразу берем нашу магию. Мы этого сейчас замораживаем. Гагада. Все, он уже не может там стрелять. И мы его сейчас убьем быстро. Так, быстро не получилось. Почему? Потому что... Я скажу, почему. А у нас... Победим или нет? А, нет. А маг тоже, смотри, дерется, да? Но, к сожалению, маг не справился с этим воином. Так, ну мы сейчас прокачаем это дело. Прокачаем вот этого стрелка или мага. А что нам даст маг? Больше времени, а ну. Да, 40, 45 секунд. Ну, тоже хорошо. Маг это хорошая вещь. Ну что ж, идем воевать. Так, ну и замораживаем. Давай вот этого сейчас. О, все, заморозили. Один раз он выстрелил, только жалко. Ну ничего страшного. У нас 45 секунд идет по времени. Ну, смотри, а почему в этот раз всех убило? Так, интересно. Давай еще раз попробуем. Так, что мы сейчас прокачаем? Ну, давай вот этого стрелка прокачаем. Хорошо. Так, ну так они, в принципе, все правильно стоят. Правильно? Правильно. Ну давай стрелка, может быть, одного сюда поставим. Посмотрим. Ну, у нас стрелки как ставятся? Сейчас посмотрим. А где у нас стрелок? Вот, как они не стоят. Ну, они стоят вот здесь сверху. В принципе, нормально все. Так. Давай их так поставим еще. Ну так. Все, поехали. Посмотрим. Так, сразу замораживаем вот этого гада. Опа, все, успели заморозить, он даже не успел выстрелить. Это очень важно. Он только-только замахнулся. Да. Что-то я не думаю, что 45 секунд там было написано, не знаю. Что это 45 секунд восстановления? О, мы сейчас, в принципе, победим, смотри. А, может быть, нет. Да, успели. Так, и идет у нас палач. Палач у нас идет. Сейчас посмотрим, что у нас палач даст. Так, седьмой уровень. Так, атака. Так, палача нужно посерединке ставить. Хорошо. Так, где у нас палач? Вот так вот. Раз, два. Вот так, да, по идее? Правильно, да? Так, можно этого воина сюда поставить. Так, ох, нифига, сколько тут стрелков. Ага. Да, ну, можно этого сюда поставить. Но хотя его убьют, пускай он лучше тут стреляет. Так, мы сейчас прокачаем. Прокачаем.
Ну а давайте палача и прокачаем. Так, хорошо. Что ж, в атаку. Так, сразу вот этого надо заморозить, только он двинется. Сейчас я его заморожу. Так, а ну, подожди. Опа, опа, заморозили, все. Успел, конечно, выстрелить, но ничего страшного. Так. Нам нужны сундуки. Сможем мы сундук этот открыть или нет? Нет, он всех расстрелял. Ах, ты гаденыш. По-другому немножко сейчас сделаем. Мы сейчас, прокачаем сейчас вот стрелка. Сейчас мы заморозим, знаешь кого? Так, ну вот этого, вот посерединке вот этого заморозим. Во! А тот стреляет вообще мощно, прям сразу же практически отлетает. Давайте, давайте, да, два, три. Три сундука открыли мы. Четыре открыли сундука. Так, в этот раз мы открыли четыре сундука. Хорошо. Так. Так, давай еще раз. Ну, мы сейчас попробуем заморозим. А давай от этого нижнего заморозим. А, ладно. Посерединке. Так, ну мы сейчас должны открыть тоже четыре сундука. Так, один у нас останется, сундук не открытый. Так. Надо нам стрелка сюда поставить. Вот сюда. Вот так. Вот так сделаем сейчас. Вот так вот. Сейчас посмотрим, как сейчас пройдем. Пройдем, не пройдем, не знаю. Так, этих мы убили. Остался. А, почему я не замораживаю? Вот, у меня ж заморозка, я что-то не пользуюсь ей. Ну ладно. Сейчас я нажму, тоже хорошо. Так. Ах, он убивает с первого выстрела моих лучников, представляешь? Смотри, да мы сейчас, мы все сундуки открыли, это хорошо. В принципе, это хорошая тактика, в принципе. Да, да, мы открыли все сундуки. Сейчас еще раз попробуем. Угу. Так, сразу заморозим. Ну, сейчас он только-только двинется, мы его заморозим. Так, опа, заморозили. Эх, так, не знаю, посмотрим, успеем мы открыть все сундуки или нет. Угу. Да, нет, мне, смотри, мы не открыли, почему? Ну, раз на раз не приходится, в принципе, интересно. Ну что ж, дорогие друзья, ссылка под видео, плейлиста останется под видео, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.